А перед началом данного ролика хочу вам поставить группу Радмир РП конкурсы. Данной группой занимается мой друг, и здесь проходит частенько конкурса, они честные, все прозрачно. И также здесь вот такие вот посты выкладываются. В общем, советую вам подписаться, ссылочка будет в описании. А мы уже переходим к ролику. Погнали! Всем здорово, ребят, с вами Смурфик, и сегодня у нас вторая часть жизни бомжа на сервере Радмир РП. Играем мы на 0.2 сервере. В предыдущей части мы вообще начинали данную рубрику на моем канале, и я там просто зарабатывал на шахте. После этого я играл за кадром. Мы, получается, работали на лесорубке, лесопилке, я не знаю, как это правильно назвать. Также увидите на своих экранах сейчас, как я бегаю и там работаю. И также играли со мной мои друзья, Руслан, получается, Карим и Данил. Мы бегали, копали, короче, деревья, и я не помню, сколько я заработал, 1020 вроде я заработал. Потом я поехал, получается, с Излом кататься. И после этого, получается, я поехал кататься с Излом, и мы искали работу, если не ошибаюсь. После же этого мы поехали в магазин и искать мне машину. И мы, в общем, наш выбор остановился на Вольве, 240-я вроде. И, в общем-то, она ехала очень быстро, 173 получается. На данный момент, когда я озвучу данный ролик, вышло обновление, в котором пофиксили мой Вольф. Теперь она едет 118. Это, конечно, обидно. И, в общем, спасибо большое Излу за то, что он подогнал мне тачку, Вольву. Он купил мне ее с салона, получается. И он поставил туда диски и поменял цвет. Спасибо ему огромное. Спасибо, Изл. Спасибо, спасибо. Он вложил где-то порядка 400 тысяч на это. И получается, сейчас я рассекаю на Вольве. Конечно, обидно то, что сделали Вольву, типа, ну, пофиксили Вольву. И, конечно же, сейчас медленнее буду кататься по просторам КРМП. Также, когда мы катались, Изла посадили в Доморган, и у него, получается, Ягуар остался в поле, потом у него остался Гелик в поле, и мы пытались добраться, в общем, до шахты, там чуть поработали, потом нас забрал Руслан, и мы поехали опять на лесопилку. После же этого я не катал примерно дня 3-4, и после этого я поехал кататься на мусорку, на мусоровозы, то есть. Там был, получается, 2x, и потом еще не было 2x. То есть я работал за 8 тысяч и за 16 тысяч. Итого я не помню, сколько заработал, и в итоге все эти деньги я просрал, получается, на еду, на аренду квартиры. И, получается, я просрал на новые двигатели для Volvo. То есть заказывал, получается, эвакуатор я заказывал, получается, на дом. И он приезжал, то есть 4000 так, и плюс еще там починка двигателя 1006-5 вроде, если не ошибаюсь. Итого у меня по 9000 ходило, и было такое 3 раза. То есть я один раз шатался, конкретно прям в канаву упал. Потом второй раз я перевернулся, то есть на два колеса встал. Ну, у меня Volvo частенько на два колеса вставала. И, получается, я перевернулся и, ну, у меня двигатель, в общем, сломался, конечно, это обидно. Купил я данную тачку за 3000 у Изла. Опять же говорю то, что мне ее подогнал. Тачка, в принципе, годная, до фикса была. Сейчас она, конечно, мало едет. Я думаю в дальнейшем поставить стейдж туда какой-либо. Ну, или же оставить эту тачку как просто раритет, как бы первую машину на сервере, не считая моего мотика ежа на 0.4 сервере. И буду в дальнейшем уже развиваться. Планирую я в следующей части подзаработать конкретно и купить GTR R34 с БУ рынка. Надеюсь, он будет крутым. Не знаю, сколько он едет, ребят. Напишите в комментариях, сколько едет GTR R34. Записываю я, ребят, все это с первого дубля, без какого-либо текста, без каких-либо помечаний, меток в блокнотиках, там еще что-нибудь. Записываю, то есть смотрю на материал и записываю, поэтому и вспоминаю, что вообще было. Также, ребят, с нами начали играть мои друзья Данил и Рома, и они будут вместе с нами развиваться. Планируем мы, конечно, купить себе дома, там еще что-нибудь. И не знаю, до какого времени мне снимать жизнь бомжа. Мне кажется, жизнь бомжа закончится, когда у меня будет тачка классная. Ну, две тачки будем считать, потому что одна тачка у меня уже есть. Будет две тачки, получается. Гетер я куплю, и у меня будет дом. Да, кстати, мне еще нужен дом купить. Так что, ребят, в следующей части, скорее всего, я дом куплю, а еще в следующей части я гетер куплю. И уже попробуем потом еще что-нибудь накупить, и тогда уже закончится жизнь бомжа. Ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, нравятся ли вам вообще такие видео по типу жизни бомжа. И вообще, хотите ли увидеть на моем канале видеоролики по игре КРМП на сервере Радмир.
Ребят, приложение выйдет, когда наберется на данном ролике 30 лайков, или же когда я захочу. Но если наберется на этом ролике 30 лайков, то я прям спешно буду записывать следующую часть «Жизнь бомжа». Также, ребята, хочу вам рассказать историю, когда я катался на мусоровозе, по мне из ниоткуда начали шмалять, мне подстрелили колеса, я еле-еле доехал, получается, до мастерской, чтобы меня починили. Забыл то, что можно вызывать, конечно, механику, тупанул вообще конкретно. И, получается, после этого у меня было очень мало хп, я катался с малейшим количеством хп, в итоге я умер, к сожалению. И да, грустная история с грустным концом. Ладно. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вам желаю удачи. С вами был Смурфик. Еще раз желаю вам удачи. Всем пока.